Всем привет, дорогие друзья, и так как я люблю своих подписчиков, сегодня мы будем играть в Roblox, а именно в карту по Южному парку. Так, вот эта игра по Южному парку, очень топовая, сейчас я в нее зайду. Ой, кажется, я мискликаю, как что-то с экраном, я куда-то не туда нажимаю, нет, нет! Ой, я зашел. Смотрите, меня копируют, Майк. Ну смотрите, я хожу, я могу прыгать. Грустно. Вот с таким ебалом буду ходить. Шоп или сеттинг, с куда мне нажимать, блядь? Нихуя непонятно. А вот настроить. Брюки один. Что это? Крылья. А это что? А, это типа левая часть. Какой придумывал эту... А как пацана сделать? Я не понял, как парня сделать? Я сейчас буду бить всех подряд. Так, ну у меня, кстати, получается отличный персонаж. Мне он очень нравится. Я таких... ем на завтрак. Так, я не могу. Шарф. На улице минус 20, один шарф. Перчатка. Одеваем перчатки, потому что не одеваются. Куртка. Одеваем куртку. Ну все, получается, мой персонаж готов. Я могу идти на великие дела. Кафет. Карта здесь, кстати, прям необъятная, огромная карта здесь, прям, ну реально очень большая карта, мне очень нравится. Возможно, ты даже получишь. Что вы делаете, больные уроды? Газон, газон, газон. Я могу искупать. А что мне дальше делать? Школьный зал. Я буду туда заходить. Вдруг с меня деньги спишут. Ладно, я зайду. Но это же не школьный зал, это же спортивный зал. Вас тут не смущает, что тут Рик и Морти портальчики накрутили? Ну, текстуры прям вообще прям, ну, на уровне Гачи Лайф, серьезно, такой же говно. Захожу во второй школьный зал. Что, блядь? Это что, больная уродка? Что? Все, я думаю, так ей будет понятно. Я телепортируюсь от нее. Это уже начинает казаться мне очень веселой игрой. Где я? А тут ники не видно, как я по-вашему? Или это NPC вообще? Так, теперь куда? Я хочу обратно. А нет, стоп, тут есть школьный класс. Пошли в класс. Сейчас каникулы будут. Вау, это прям как в FNAF 9. Прям на глазах текстуры прогружается. Сразу видно, физкультура сейчас. Опа, бассейн. Вот это капец. После прыжка в воду я на протяжении 3 минут не мог оттуда выбраться, потому что эту игру создал долбоёб.